давно не виделись. Сейчас мы узнаем, кто из вас сможет дать 15 правильных ответов и выиграть 1 миллион виртуальных рублей. Все готовы? Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?». 100 рублей, и на экране появляется первый вопрос. Кого не указывают в титрах кинофильма? Билетёром. Правильно! Что получил почтальон Печкин, сообщив местонахождение дяди Фёдора? Конечно, велосипед. Правильно! Скульптура какого сказочного героя стала символом Копенгагена? Русалочка. Правильно! Что военнослужащие РФ принимают 3 раза в день? Это как придется. На войне как на войне. А вообще-то пищу. Отлично! Вы дали правильный ответ. Переходим ко второму вопросу, и на кону 200 рублей. Что из перечисленного носят на цепочке? Карманные часы. Это было нетрудно. Правильно. Что ловит серфингист, встав на доску? Волну. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Мыс. Рыба. Что является русской зимней обувью? Валенки. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Что изучает футурология? Ну, футурист — это который в будущее заглядывает. Удачный выбор. Правильно. Хорошо. Следующий вопрос стоимостью 300 рублей. Что бывает надувным? Лодка, конечно. Отлично! Это правильный ответ. Что обычно прилагалось к патефону? Ну, запасные иглы. Отлично! Это правильный ответ. Как обычно говорят о костюме, который идеально подогнан по фигуре. Сидит как влитой. Правильно! Чем деревенская ласточка скрепляет комочки земли при построении гнезда? Слюной. Отлично! Вы дали правильный ответ. Внимание! Все же никто не хочет покидать игру ни с чем. Четвертый вопрос и 500 рублей. Чем был усыплен мифологический пес Цербер? Танц,
сеансом волочковой ответы, монологом Шифрина и рассказом Ульфа. Конечно, пением Орфея. Удачный выбор, правильно. Что обязан надеть игрок в боулинг перед выходом на игровую площадку? Защитную каску, мягкую обувь, боксерские перчатки, футбольные гетры. Но я понимаю, что боксерские перчатки не подходят. Футбольные гетры тоже. А вот защитную каску булит. Да при чем тут защитная каска? Тут скорее мягкая обувь. А давайте у друга спросим. Итак, подсказка «Звонок другу». Как вы думаете, кто может вам помочь дать правильный ответ? Удивительно легкий вопрос. С уверенностью могу сказать, что правильный ответ – «Б». Я очень надеюсь, что ты сможешь выиграть миллион. Удачи! Ну, мягкая обувь. Удивительно легкий вопрос, как сказала подруга. Это было нетрудно. Правильно. Что упоминается в песне, с чего начинается родина? Ну, запевка скворца. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Вообще-то стук дятла. Как называется один из классов спортивных яхт? Швед, финн, эвенг, чукча. Ну, это легкий вопрос. Даже не будем подсказки тратить. Это финн. Великолепно! Вы дали правильный ответ. А теперь пятый вопрос. Если вы дадите правильный ответ, то первая несгораемая сумма в 1000 рублей будет вашей. В каком из этих месяцев 30 дней? Ну, это... Какой из ответов вам кажется правильным? Да мне кажется, это ноябрь. Примите наши поздравления. Ваш ответ правильный. Детский вопрос. Так, круг какого цвета изображен на государственном флаге Японии? Ну, красный круг на белом фоне. Ничего не скажешь. Верно? Танца с каким названием не существует? Ну, цыганочка есть, полька-бабочка есть, а вот немка или венгерка, вот тут, так, венгерка, наверное, тоже есть, вот, наверное, немки нет. Ну, давайте другу позвоним. Ну или подруге. Вы решили воспользоваться подсказкой «Звонок другу». Пожалуйста, назовите того, кому будете звонить. Я напоминаю вам, что совсем не обязательно соглашаться с ответом вашего друга. Привет, неужели это я? Чудеса. Откровенно говоря, немного сомневаюсь в ответе. Думаю, что это С, но точно не знаю. Больше ничем не могу помочь, извините.
существует. Ваш ответ верный. Поздравляем вас. Во что может превратиться сухое вино? Уксус. Ваш ответ верный. Поздравляем вас. А теперь переходим к шестому вопросу. Он стоит у нас 2000 рублей. Кем по профессии был герой кинофильмов «Индиана Джонс»? Летчиком, математиком, экономистом, археологом? Конечно, археологом. Отлично! Вы дали правильный ответ. Сколько щупалец у осьминога? 4, 6, 8, 10. Но он же восьминог. Удачный выбор. Правильно. Что такое чум? Барабан, котелок, жилище, фонарь. Но это было легко. Жилище. Отлично! Вы дали правильный ответ. Как называется одна из медалей Соединенных Штатов Америки? Пурпурное сердце, бриллиантовая рука, золотой глаз, серебряное слово. Пурпурное сердце. Отлично! Вы дали правильный ответ. А мы переходим к седьмому вопросу из возможных 15. Вы заработаете 4000 рублей, если правильно ответите на следующий вопрос. Какой помещик в поэме «Мертвые души» отдал приказание слугам побить Чичикова? Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрев. Ноздрев. Ваш ответ верный. Поздравляем вас. Что используют при изготовлении темперных красок? Сахар, соль, яичный желток, молоко. Ну, желток. Это ваш окончательный ответ? Да. Вы можете потерять 1000 рублей. Ничего не скажешь. Верно? Из чего изготавливали зеркала, пока не начали применять стекло? Из металла. Из камня? Из дерева, из металла, из кожи. Из металла, отполирован. Ваш ответ верный, поздравляем вас. Кто прославил свое имя работами по психологии? Фрейд. Фарадей, Фуко, Фрейд, Филдинг. А что за легкие вопросы, а? Это ваш окончательный ответ? Вы можете потерять 1000 рублей. Да не потеряю я. Правильный ответ, и вы идете дальше. Итак, вопрос на 8000 рублей. Если вдруг вы дадите неверный ответ, то потеряете 3000 рублей. Молекула какой кислоты не содержит атомов кислорода? Соляной. Азотной, соляной, серной, фосфорной. Хлор, соляной. Это ваше последнее решение? Вы можете удвоить свой результат, если сейчас дадите правильный ответ. Ну, вообще-то это не последнее, а мое крайнее решение. Удачный выбор. Правильно. В реках какого континента можно наловить лещей? Евразия, Южная Америка, Австралия, Африка. Ну, Евразия.
удачный выбор. Правильно. Какое из этих слов написано без ошибки? Балюстрада, 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 балюстрада. Ответ Б. Балюстрада. Удачный выбор. Правильно. Какое из этих произведений написал не Василий Шукшин? «Калина красная», «До третьих петухов», «Печки-лавочки», «Раковый корпус». Ну, по-моему, «Раковый корпус» — это Солженицын написал, наверное. Ну, «Калина красная» — это вообще понятно, и фильм такой есть. «До третьих петухов» и «Печки-лавочки» — это все Шукшин. «Раковый корпус». Ваш ответ верный. Поздравляем вас. У вас прекрасно все получается. Правильный ответ на следующий вопрос принесет вам 16 тысяч рублей. Не торопитесь. Подумайте. Вот и девятый вопрос. В какой кинороли прославился олимпийский чемпион по плаванию Джонни Вайсмюллер? Маугли, Тарзана, Годзиллы, Кинг-Конга. Так, наверное, Тарзана. Но спросим у друга. Вы решили воспользоваться подсказкой «Звонок другу». Пожалуйста, назовите того, кому будете звонить. Я напоминаю вам, что совсем не обязательно соглашаться с ответом вашего друга. Да, кажется, это вариант Б, но я не уверен. Извини, приятель, но от меня совсем мало толку. В любом случае, удачи тебе. Да, Б. Примите наши поздравления. Ваш ответ правильный. Брата с каким именем не было среди Карамазовых в романе Федора Михайловича Достоевского? Дмитрий, Николай, Иван, Алексей. Я воспользуюсь подсказкой 50 на 50. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите два неправильных ответа. Алексей. Ух ты! Как это не печально, но вы неверно ответили на вопрос. Вы неплохо играли, но, к сожалению, ошиблись. Вы теряете 7 тысяч рублей. Но расстраиваться не стоит, у вас остается 1 тысяча. Кого из швейцарцев во всем мире называют цюрихскими гномами? Кондитеров, ювелиров, банкиров, писателей. Ну тут либо ювелиры, либо... банкиры. Ну, позвоним. О, другу я не могу звонить, да? Ладно, 50 на 50. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите два неправильных ответа. Ко, блин. Ну, это не кондитеры точно. Это банкиры. Ничего не скажешь. Верно? В какой стране происходит действие кинокомедии «Миллион в брачной корзине»?
в Италии, в Германии, во Франции, в Греции. Ой, наверное, в Италии. Ну, позвоним другу. Вы решили воспользоваться подсказкой «Звонок другу». Пожалуйста, назовите того, кому будете звонить. Я напоминаю вам, что совсем не обязательно соглашаться с ответом вашего друга. Черт, вот это вопросик. У меня такое чувство, что правильный ответ А. Но все-таки это только мое шестое чувство. Извини. Ну и у меня такое чувство. А. Примите наши поздравления. Ваш ответ правильный. Там Ширвинд играл. В случае верного ответа вы зарабатываете вторую несгораемую сумму 32 тысячи рублей. Все, что вам нужно, это дать правильный ответ. А вот и вопрос. Как в кириллице называлась буква П? Пламя, покой, победа, память. Покой. Замечательно! Ваш ответ правильный! Каким словом в древнерусском счете обозначалось 10 тысяч? Мгла, тьма, ночь, туча. Тьма тьмущая. Не торопитесь. Абсолютно точный ответ, и мы вас поздравляем. Какой российский император сменил на престоле Александра I? Павел I, Николай I, Александр II, Николай II. Давайте. Сделайте выбор, только если вы абсолютно уверены в ответе. Ну давайте 50 на 50. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите два неправильных ответа. Но по логике это Александр II должен. Ну, это первый, это второй. Но напишем Николай I. Вы могли не отвечать на этот вопрос, но мы поздравляем вас с верным ответом. Вам не о чем волноваться, у вас 32 тысячи рублей – это вторая несгораемая сумма. Итак, впереди 11-й вопрос и 64 тысячи рублей. Кто в домике Мальвины краил костюм для Буратино, героя книги Алексея Толстого? Рак. Жук, мышь, рак или дятел? Рак. Правильно. Созвездие с каким названием не существует? Малый конь, малый лев, малая медведица, малый жираф. Малый жираф. Вы не сможете изменить свое решение после того, как вариант ответа станет оранжевым. Вы окончательно определились? Да. Очень хорошо. С этим все в порядке. Кем Владимир Мономах приходился Ярославу Мудрому? Отцом, сыном, братом, внуком.
Ай, давайте помощь зала. Вы решили воспользоваться подсказкой «Помощь зала». Да. Я надеюсь, аудитория действительно сможет вам помочь. Аудитория, голосуем. Внука. Очень хорошо, с этим все в порядке. Отлично. Вы уже выиграли 64 тысячи рублей. Давайте перейдем к следующему вопросу. В случае правильного ответа вы заработаете 125 тысяч. Какое животное по тексту притчи принадлежало Хадже Насреддину? Верблюд, ишак, баран или вол? Ишак. Это ваш окончательный ответ? В случае неверно? Ничего не скажешь. Верно! Сколько собак Брюлов изобразил на картине «Всадница»? Три. Одну, две, три, четыре. Вы сделали неправильный выбор. Хорошо, 4. Вы сделали попытку удвоить уже выигранную сумму. Ну, к сожалению, неверный ответ означает проигрыш. Но 32 тысячи рублей ваши. Поздравляю. Спасибо. Сколько колонн поддерживает фронтон Большого театра в Москве? 6, 8, 10, 12. Ну, 10. Вы сделали неправильный выбор. Мы очень хотели отдать вам 125 тысяч, но вы можете забрать только 32 тысячи виртуальных рублей, и это вполне достойный результат. Вы превосходно играете. Следующий вопрос и 250 тысяч рублей. Неправильный ответ может вам стоить 93 тысяч рублей. Я вам желаю удачи. 13-й вопрос. 13. Кто автор строчки «Поговорим о странностях любви»? Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Лермонтов, Осип Мандельштам, Борис Пастернак. Пятьдесят на 50. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите два неправильных ответа. Пастернак. Что, Пушкин? К сожалению, вы дали неправильный ответ. Этот неправильный ответ стоил вам 93 тысячи рублей. Но не расстраивайтесь, ведь вы нас покидаете с выигрышем, а это 32 тысячи. Вот это действительно борьба. Теперь посмотрим результаты и сравним. Начинаем с игрока номер один. О, так уже все, крайний игрок. Ну что ж, может, в следующий раз повезет. А пока-пока.